Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру King Rivals. И начнем с открытия сундуков. Так, у нас тут 5 карточек. Деньги, дубины, мечники, толстяк и меткий стрелок. Хорошо, давай следующий откроем. Так, монетки, дикари, опять же мечники, крестоносец. Еще 12 карточек, мы с вами его пропать сможем. И опять же меткий стрелок. Слушай, золотые, золотые пока у нас не открылись. Но мы можем, ребята, это сделать, ускорить. Ух ты, 6 карточек. Так, монетки, дубины, толстяк, дикарь, наездник ветра, копьеносец. Ага, это уже что-то. Дали бы нам еще, ребята, одного копьеносца, и я бы мог его прапать. Так, опять же монетки, дикарь, мечник, дубины, охотница и дриада. Все, ребята, больше ничего. Давай откроем еще вот этот вот звездный сундук. Монетки, пушечное ядро, 9 штучек. Так, 4 дикаря, 2 меткого стрелка и все. Да, не густо, ребята. Так, что же мы можем с вами улучшить? Ага. За 400 не хочу. Можно кого-нибудь другого улучшить, а? Дикарь сколько требует? 1000, представляешь, 1000. Это тоже для меня многовато, поэтому давай, наверное, все-таки мы вот этих вот улучшим, да? Наездники ветра. Пускай они будут у нас прапанные. Правда, урон, конечно, смешной. Все, шикарно. Так, и... ага, этого не получится, ребят. 4000 голды нужно, чтобы его прапать. Ну, давай тогда этих еще на всякий случай. Пускай будут. Хотя я их не особо использую, дикарей. Но пускай будет. Так, все, да? И у нас... так, ежедневный квест. Забираем. Так, что нам тут? Монетки и гемы. Все. Поехали, будем, ребят, с вами бомбить, сражаться, драться. Забиваем, как всегда, 4 сундучка и нормуль. Держите ваш дальний отряд на определенном расстоянии. А, спасибо за подсказку. Будем смотреть, кто тут у нас и что. Так, Риотес. А что у них за никнеймы такие? Риотес, Минджихлес. О-оу, это мне не нравится. Плоховато, ребята, как-то все. Подожди-ка, мы можем вот так вот сделать с вами. Да-да-да-да-да, как раз то, что нужно. И шаман нам, как говорится, в помощь. Опс, опс. Смотри, смотри, что происходит. Блин. Вот гаденыш, а. Блин, бомбит. Бомбит, бомбит, ребята, бомбит. Ну, стрелок, ты же лучше, чем эта лучница, я же знаю. Кто следующий там у него? Давай-ка конника вызовем, пускай он, ребят, бомбит. Бомбит, как говорится, врата. Да, очень много он, конечно, побомбил. Практически ни о чем. Давай, толстячок. Наярю я тебе помогу дубинушками. Замечательно. Ага. Давай, наверное, мы вот так вот сделаем с вами. Бросим ядро. Погоди-ка, здесь, наверное, она... оу, тихо, нет, 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 нет. Вот так вот мы это сделаем. Ну! Дирижабль этот упал, да? Наконец он упал. Все, это мои дальники, короче, идут. И давай, наверное, толстячка сюда вызовем, чтобы он отвлекался им. Нет, он стал шамана бомбить. Вот Жульена. Ну, кого ты вызываешь? Давай, вызывай кого-нибудь. Я не вижу, ребята. Ага, вижу. Этот конник выбежал, да? Он опять радуется. Непонятно с чего вдруг, но он радуется. Оу, воу, 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 воу. Тихо, тихо, тихо. Разбомбил. Молодец. Все, съешь конфетку. Так, давай. Сейчас, ребята, мы будем также его бомбить, как он сейчас только что. Поехали. Для начала. Пока неплохо все идет у нас. Я вам скажу, даже очень хорошо. Он все со своим ядром не успокоится, да? Все со своим ядром. Так, давай. Делать вот так вот.
Забомбили. Вот самое плохое, что конник очень хорошо, ребята, бомбит. Вот действительно, он хорошо бомбит. Со своим офигенным, так скажем, уроном. Воу-воу-воу-воу, давай-давай. Вот толстячок, молодец, перехватил. Так, конник побежал, будем сейчас, ребят, на всех парусах разносить ему базу. Давай уберем отсюда лишнее, да? Лишнее уберем и поставим как можно больше стрелков. Ах ты, гад ты этакий, а. Смотри, что он сделал. Он нас, ребята, перехитрил. Ладно, давай тогда мы сделаем с вами следующий маневр. Он нас обманывает, да? Ну и мы тогда тоже будем его обманывать, дурить здесь. Вот так вот это все примерно должно выглядеть у нас. Также вызываем тоже конника. Ага, отлично. Да что такое-то, блин, с конником не могут справиться. Я офигею с них. Давай вот так вот сделаем. Все, отлично. Сейчас будем вызывать тоже нашего демона, ребят. Вызываем нашего демона. Сюда же выставляем толстячка, чтобы прикрывал. Ну и стрелков, обязательно стрелки нужны. Так, уничтожаем этих всех летающих дубинок. Да блин, да что такое, ребят, не можем пробить. Не могу пробить, ты представляешь? Так, этих убрали. Погнали. Так, конника опять не можем наказать, ребят. Опять не можем наказать конника. Бежит, 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 бежит. У него, видимо, прокачанный очень хорошо конник, ребят. По крайней мере, мне так кажется. Могу ошибиться. Перфект. Давай вот здесь вот прикроем. Так. Дубинушка, ну ты будешь там этот толстяк? Ах ты, он мне тоже пробил, да? Ладно. Шаманы, стрелки, все вперед, все в бой. Давай ядро сюда выкатим. Отлично. Пока все хорошо. Давай разбираться здесь с этими охламонами. Так, вызываем мага. Маг нам нужен против массовых, ребят. Так, тихо, маг. Маг. Ёлки-палки, да что ж ты делаешь-то, а? Нет, парень. Ядро не туда, не туда. Ядро упало, блин. Точнее, ядро-то правильно падало. Он, ребята, нас обманул, схитрил. А как он, интересно, может двух конников сразу вызывать? Давай мы тогда тоже вызовем. Да еще и летунов возьмем. И вот так вот. Он меня хочет своими скелетами, да? Забомбашить. Все, ребята, мне пора демонов выпускать, потому что у меня уже перебор. Я не могу их, как говорится, тут солить. Понеслась. Второй, сейчас еще будет третий. И вот он, третий демон. Все, будем теперь вот так вот его разбирать. Так, дирижабль летит. Это, конечно, мне не очень нравится. Давай попробуем его уничтожить. Так, он два дирижабля. Он хочет, ребята, меня... Я понял. Я понял его стратегию. Е! Мы уничтожили ему замок. Пока он тут меня хотел уничтожить, мы, ребята, его просто опередили. Фу! И это было круто, я считаю. Ну что же, первая победа за нами. Мы с вами продвигаемся дальше. Еще нам нужно заработать 3 сундука. Ну, еще раз вам скажу, что карта противная. Очень много здесь имбы должно пойти сейчас. С минуты на минуту. Сорят. Против нас какой-то, ребята, сорят. As you wish. As you wish, ладно. Ага, вот так вот он хочет, да, значит, делать. Смотри, что он, ребят, тут чудит. Давай стрелка призовем. Опа! Нежданчик для меня. Так, ладно, справились. Конника надо призвать, скорее всего. Давай, поехали.
Пускай конник у нас. Оу! А у него, оказывается, есть некромант. Вы поняли? Ребята, у него есть некромант. Будем тогда вот так вот бомбить. И, как я вижу, некромант довольно-таки прокачанный. Да, по-моему, у него не только некромант, у него вообще тут все прокачанное, да? Так, он еще ангела призвал. Но ангела надо обязательно сейчас уничтожать. Не смогли. Замедли. Давай, стрелок. Бомби его. Значит, имба, да? Значит, пошла, ребята, имба у нас. У нас пошла здесь имбуха. И это плохо. Это плохо, если честно. Так, давай-ка мы вот так, наверное, сделаем. И вот так вот. Что он делает? Он опять, ребята, вызывает своего некроманта. Против некроманта мы попробуем с вами совладать вот таким вот образом. Так, давай. Стрелки. На изготовку. У него, кстати, тоже стрелок. И запускаем ядро. Так, минусанули. Давай вот так вот. Блин! Не надо уничтожать, гад. Ну, а теперь придется вот так вот нам сделать. Поехали. Шамана. Блин, смотри, демона заколбасил, а? Причем довольно быстро. Очень как-то быстро он разбирает нас. Да где у меня мышка-то, елки-палки, потерял? Так, опять бежит всякая шелупень. Что-то, ребята, у меня мышка не слушается. Вот что я вам хотел сказать. К слову, не к слову, я не знаю, ребят. Но не слушается и все. Будем, короче, стрелками его как-то давить. Пробивать, прожаривать. И ангела. Конечно же, нужно сносить ангела. Потому что он там мешается нам очень сильно. Демона сносим. Хорошо, пока хорошо идет. Здесь мы выставляем толстяка. И опять же стрелки. Стрелки, ребят, нам нужны стрелки. Потому что за счет стрелков мы с вами тут можем только разруливать. А он, смотрите, что делает. Он вызывает постоянно вот эту свою конницу, да? Как вы могли это заметить? В постоянку. Ну, давай посмотрим. Сюда мы выставим толстячка нашего. И стрелка. Так, я вот думаю, что надо уже запускать сюда ядро. Потому что их тут слишком много скопилось. Всяких там нежитей. Так, ладно. Нормуль. Ну и вызову я, наверное, двух демонов, ребят, своих же. Погнали. Так. Плюс толстяк. Воу-воу-воу-воу. Там плохо дело-то у нас. Давай поможем, наверное. Так, типа он пробился, да? Ну, не типа, он пробился. Двух демонов вызывает. Ладно, будем их стопорить. Пока у нас, конечно, тут плохо все получается. Так, стрелка надо сносить. Так, ну он демонов, ребята, в любом случае сейчас потратил. Своих. А мы сейчас будем его здесь колбасить. Так, ангела призвал, да? Ладно, хорошо, с ангелом тоже надо будет разобраться. По-другому. Так, ну что, вызываем, наверное, демонов. Погнали. Сейчас еще, ребят, второго вызову. Вот и второй демон. Плюс толстяк. И стрелок. И шамана еще вызову. На всякий случай. Так, вот это вот говно надо убрать отсюда. А, мы и так.
Мы и так победили. Ну что же, вторая победа. Некроманта мы с вами научились контрить, поэтому нормуль все. Я даже, ребята, за кадром играл против той имбы, помните, да, которая летает. Даже с ней умудрялся выигрывать, но сложновато. Или, по крайней мере, получился, мне попался игрок, который, ну, не очень хорошо играет. Так, ну что, забираем, открываем тут тоже два гема, да, 60 монет и 2 гема. Так, у нас денег не хватает на... Нет, не хватает. 4000 нужно для того, чтобы прапать. Слушайте, что-то мне не... Где мышка-то опять? Эй! О, ребята, что-то она подклинивает. Подождите, надо сделать небольшую паузу. Так, ребят, поменял я батарейки, давайте посмотрим. Вроде бы сейчас все четко, я смотрю. Ничего мне не мешает, не прерывает. Так что давай, поехали. Так, кто там? Репри. Что за... Хорош. Что, серьезно, что ли? Оу-оу-оу-оу-оу-оу. Скорость-то какая у ребят. Ну, зря я, наверное, стрелка-то выслал. Зачем мне здесь нужен был, блин, стрелок? И кто, интересно, его подбивает, а? Ну, короче, началось. Драконы, вся вот эта шелупень, ребята. Трындец, блин. У меня уже... И здоровья-то почти не осталось. Давай, иди сюда. Ну, толстяк, будешь бомбить? Вот, бомбит. Так, давай, наверное, поможем. А то у меня шаман не справляется один. Так, ага, у него еще, опять же, конник, ребят. Конник-рыцарь. Давай вот так вот его попробуем поймать. Мы его поймали, мы его подбили. Но здоровье-то у нас от этого больше не стало. Давай вот так вот попробуем, ребят. Контратака. Ну да, разнес врата. Врата разнес. И такой довольный. Радуйся, пускай радуется пока. Пока радуется. Так, хорошо. Ядром зарядим. Демона вызвал, да? Он, ребята, вызвал демона. Да что ты? Мне здесь нужен толстячок, ребят. Что-то как-то уж чересчур быстро он меня разбирает. Ты посмотри. Просто со скоростью света. Либо такие юниты прокачаны, или я не знаю. Как он так может? Да, скорее всего, да, ребята. Из-за прокачки юнитов. Ну, не получается. Что же я сделаю? Ускоряет, да, всех? Ускоряет. Ладно, давай попробуем так сделать. Я сдаваться, ребят, не буду. Буду бомбить до конца. Лучше я так проиграю. Так. Мы не можем этого кентавра завалить. Я офигею, втроем там бомбят. Естественно, ребят, у него обалденная прокачка, судя по всему. Поэтому вот так вот все у нас происходит. Надо тогда демонов вызывать наших. Давай вызовем демонов. Попробуем за счет них как-то выкрутиться. Я не знаю, конечно, что у нас из этого получится. Так, конник пошел. Пошел конник. И стрелки. В общем, всех будем сейчас вызывать здесь. Тяжелую артиллерию и легкую, блин. Шаманов, блин. Всех, короче. Пока других вариантов нету. Так, смотри. Я не могу, ребята, справиться с его конницей вот с этой вот. Понимаешь? Ну, а раз я не могу с конницей справиться, то прокачка, значит, офигенная. Давай, шаман, иди сюда. Ну, так, хорошо, ладно, предположим. Да чё, вы не, не смогли пробить, ё-моё, ребят. Нет, без вариантов, не могу, ребят, не получается. Не получилось. К сожалению, это очень плохо. Но я держался до последнего. Так, ну что, смотрим, ребят, у нас еще все равно два сундука идет. Должно быть. Поэтому поехали. Ну, давай уже устал я.
слушай, твою барабанную дробь. Нервы на пределе. Так. Кто там? Я ва... Короче, жесть. Почему начинают все время с этих дубин? Ну давай, дубинки на дубинки. Обменяемся. Вы что, издеваетесь, что ли, а? Это все специально, ё-моё. Так, лучница. Ну давай сделаем вот так вот. И... О, как раз подстать. Как раз, ребятулечки, подстать сейчас было. И шаманчик нам здесь очень хорошо зайдет, кстати. Вот так. Давай, шаман. Шпарь, 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 шпарь. Ну, что у нас там? Ничего хорошего не... А, нет, получается, все нормально. Эх, дубинки! Давай на скелетиков. Нормуль. Слушай, надо будет на заметку, наверное, взять нам, ребят, что скелетов надо будет брать. Они у нас, тем более, прокачанные. Я думаю, что в этом есть смысл. Но стреляет и по ней. Вы поняли, да, кто тут бежит? Тут бежит всадник на волке или на варге. Поехали, мы тоже вот так вот сделаем. Тоже будем ему ворота бомбить. Хрен тебе. Замечтался, а? Ну, толстячок, давай, 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 наяривай, блин. Молодец. Так, успеем мы, интересно, разнести ему ворота или нет? Хотелось бы, чтобы успели. Да, мы успели, кстати. Ага. Я понял прикол. Давай вот так же тоже сделаем. Теперь шамана. Пускай шаман у нас здесь стоит и рулит. Далеко я его выставил, ребята. Очень далеко. Это мне невыгодно сейчас было. Ну, отлично. Опять он вызвал своего вот этого вот всадника. Как его даже назвать-то, не знаю. Всадник. Наездник на драконе. Вот так вот, наверное, будет правильно, да? Названо это все дело. Всадник на драконе. На скелетном причем. О-оу, о-оу. Смотри, что происходит. Так, давай попробуем так. Сейчас пробьет, ребята, мне ворота. Он уже их пробил. Ну что же, концентрируем все силы здесь. У нас все равно с вами особого выбора нету. Здесь нам нужны все и шаманы. Уничтожаем. Оу, а почему? Да как же так может происходить-то вообще все это дело? Блин, неужели мы опять с вами слились, а? Да, по ходу дела слился я, ребята. Не везет, что-то не прет. Как-то он меня прожимает. Не знаю, по какому принципу. Поехали дальше. Сразу же дальше. Без всяких тут этих. Так, очередной бой. Прыщ. Прыщ. Ну ладно, пускай будет прыщ. Пускай у нас тут будет прыщ. Так, опять кентавр, ё-моё. Давай, ребят, вот так попробуем с вами сделать. О-о-о-о-о-о-о-о! У кентавра массовая атака, теперь я буду знать. Так, собака. Кстати, вот здесь вот хорошо против вот этих юнитов у нас бы зашла бы дриадка. Согласитесь. Вообще было бы великолепно. Пока мы с вами только лишь в глухой защите можем стоять. Другого варианта я пока не вижу. Пока другого варианта нету. Так. Ну, шаман, ну... Тихо, вот здесь мы вызовем скелетов. Скелеты должны, по идее, быстро расправляться вот с такими юнитами. Да, теперь я понял, для чего они нам нужны. Скелетики, да, значит... Вот так они, ребята, действуют. Так, вызываем сюда мага. И, пожалуй, мечника вызовем. Так, массовая атака пошла, 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 массуха.
Скелеты. Скелеты, блин, скелеты. Хреново здесь, он их разносит, этот демон. Всех их. Так, секунду. Давай обменяемся демонами. Ух, вот теперь хорошо. Теперь замечательно просто все идет. Против скелетов надо, ребята, ядро применять. Опять, опять этот кентавр у нас, да? Опять кентавр. Ну, пробьем или нет? Не пробили. И это плохо, что не пробили, ребята, плохо. Иди. Так, сносим. Опа, как раз хорошо, ребята. Нет, нет, а, добили, добили мы их. Так, давай, 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 скелетоны. Да, фиг лети, скелетон, ребята, она их сносит. Но мы подбили. Мы с вами пробили ворота. Вражеские, это хорошо, это плюс для нас. Давай тоже тогда вызовем скелетиков, раз такое дело. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Пробили. Отлично. Контролировать надо теперь вот этого нам кентавра. Но не получается. Не получается. Как он набирает столько энергии, кто-нибудь мне скажет? Он не может, по идее, набрать ее столько. Сразу же. Не может, понимаешь? О, как раз здесь, ребят, дубинка будет кстати. Полетело ядро. Дубинки мои полетели. Опять же скелеты. В общем, вот так вот и будем сейчас. Ха-ха-ха, блин. Смотри, что происходит. Просто жесть какая-то. Давай шамана сюда выставим. Так, может быть, демона запулить было бы, наверное, неплохо. Но он это сделал быстрее меня. Так, он это сделал быстрее меня. Давай, 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 быстрее, подходи сюда. Так, всадник на коне бежит против нас, да? Толстяк нам здесь зайдет. Толстяк зашел. Так, вот это вот все убираем, уничтожаем. Это нам не нужно. Соответственно, этого кентавра тоже. Главное, чтобы стрелки стояли позади, ребята, танков. Вот это самое оптимальное. Когда танки стоят спереди, а сзади стрелки, это вообще обалденно для нас выгодная позиция. Ну, я думаю, вы понимаете, почему. Давай магов призовем. Да и тоже тогда скелетик вызовем. О, мы уже... Блин. Хотел было обрадоваться. Хотел было обрадоваться, но не тут-то было. Так, что мы можем сделать с вами? Мы можем призвать... Кстати, да, мы можем призвать с вами... Аж двоих сразу. Представляешь? Сейчас, ребята, еще одного вызовем. Вот так вот. Опускаем своих этих кентавров. Мы сейчас будем, ребят, давить ядрами. Ну? Тоже призывает, да? Поехали, да, вот так вот. Дубинушка, молодец. Давай рубим, рубим, рубим их. Что происходит, а? Что происходит, ребят? Ха-ха, кентавр уже, смотри, уже на моей территории, ребят. Тусуется. Куда собрался-то, эй? Всадничек. Так, подожди, ребят, мне не нравится все это дело. Будем бомбить ядрами. Ха-ха-ха.
Будем стрелять тогда ядрами, раз так не понимает. Так, где мое ядро? Еще одно следующее-то. Далеко-то собрались-то, гаденыши, а? Вот, ребята, еще одно ядро упало мне. Погнали. Все. Ядро нам в помощь, как говорится. Ну что, еще, ребята, нужна одна победушка нам. Сложно, тут очень, ребята, сложно играть. Ну, а что поделаешь. Кто говорил, что будет легко? Никто. Понеслась. Что за вражина здесь? Эгелла или Эджелла? Началось, ребята. Самое, блин, противное, не могу прям. Кто там бежит? Кто там, я спрашиваю, бежит? Ага, вот так вот. Ладно, ребята, нам здесь зайдет толстячок. Жух! Просто сметает он этих голубков всех. Кентавр. Кентавр, ребята, это тоже, блин, фигня полнейшая. А он в этот момент стоит там и копит себе энергию, гаденыш. Знаешь, кого здесь не хватает? Не хватает хила. Да, не хватает хила, точно, ребят. Так, тихо, тихо, что тут творится-то? Что за разбор полетов? Так, сюда мы поставим шамана. Шамана массовая атака, ребят. Посмотри, что он сделал, как хитро. Со всех сторон он просто набросал юнитов, и все, и довольный. Стрелки. Так, всадник опять же, да? Опять же всадник. Что-то мои тут вообще ничего не делают, ничего не могут. Он демона призвал. А у меня... А, нет, у меня вот только сейчас доступен стал демон. Чё? По-моему, я проиграю здесь, ребят. Даже, я даже, честно говоря, я не понял, как это получилось, но он меня раздавил. Причем довольно быстро. Расставил как-то на последних секундах юнитов в разные точки, то есть вверху и внизу, и я даже не успел среагировать. Мои стрелки начали стрелять по разным целям, то есть без всякой конкретики. Ладно, поехали. Поехали. Посмотрим, как у нас так. Клозер. Против нас играет Клозер. Так, начинается все с лучников, да? Давай стрелка поставим сюда. Да вы достали, вот серьезно вам говорю. Вот этим вот со своими кентаврами вы просто меня одолели уже. Давай-ка посмотрим. Ага, они не могут справиться. Понял я все. Слушай, это случайно не тот же самый? Уж больно что-то похоже. Ну, я имею в виду по отряду. Опять, да, что ли, меня сейчас уничтожат? Ты смотри, я даже не могу дубинок уничтожить у него. Ё-моё, о чем мы тут вообще говорим? О чем мы тут говорим? О том, что у него тут прокачка офигеть какая. По здоровью, по хп, по всему. Ха-ха-ха, да. Ладно, попробуем. А что пробовать, ребят? У меня очень уже мало здоровья. Ну, не вариант. Скелетиком, если только как-то попробовать, я не знаю, попробуем. Получится, не получается. Даже скелетиками не получается его прожать. Да, тут, ребята, чем выше поднялись, тем хуже для нас. Сами понимаете, почему. Все, разнесли в хлам. Дайте мне ранг ниже. Я не хочу в этом ранге участвовать, блин. Надоело, серьезно, блин, с этими имбовыми картами, с этими конниками, херониками. Последний, ребята, бой. Последний бой. Или я не знаю, что делать. Просто заканчивается эта игра вообще. Бабелас против нас. Бабелас против нас. Не будем, или будем? Нет, не будем пока. Начнем с магов. Начнем с магов и стрелков. Пускай идут себе, ребят, потихонечку, не спеша. Так, ну вы понимаете, да, тут конник, который нафиг бы он там тут не сдался.
Крестоносец. Гаденыш этакий, а? Мелкий хмыреныш-крестоносец был. Опа! Ты понял? Ты видишь, кто здесь, ребята? Здесь с применением великана идет, да? Тактика. С применением великана. Ладно, давай посмотрим, как у него получится тут. Ну, по крайней мере, повреждения он уже нанес. И причем довольно неплохие. Так, орды скелетов. Орды, ребята, скелетов у нас тут. Так, что мы с вами можем сделать? Ну, давай, наверное... Подожди, мы придержим пока. Давай вот здесь вот поставим бомбочку. И вызовем демона. Вот так вот, примерно. Так, а он вызывает дриаду. Ну, я, в принципе, понимаю, зачем он это делает. Дриадушка, чтобы она придерживала, естественно, моих тут ребятушек. Так, давай посмотрим. Я вызываю, ребят, дубин. Оу, мы уже, ребят, снесли ему практически ворота. Так, шаман, давай сюда вот так вот сделаем. Опять, он все-таки, ребят, не успокоится. Он все меня хочет своим великаном этим продавить. Ну и, видимо, у него, наверное, получится это. Так, ну, дубинка, толстяк, ты будешь бомбить там его? Забомбил. С горем пополам. Давай вот так вот сделаем. Нам он не нужен здесь, этот конник. Так, а что это у него лучник-то вражеский замер? Я не понял, глюк, что ли, какой-то? Лак, бак, как это назвать вообще? Так, поехали. Опять, ребята, здесь все за счет толстяка. Он все хочет меня своим толстячком прожать, пробить. Он хочет толстячком пробить. Так, ладно, давай пытаться. Пытаться будем противостоять ему. Секунду, здесь... А, ладно, фиг с ним, ребят. Пускай эти там бегут. Так, ну что, мы уже к базе подошли. Я думаю, сейчас будем базу калашматить. Будем калашматить, ребята, базу. Вау, двух демонов призвал. Он призвал, ребята, двух демонов. Так, ну что, мы уничтожаем, да? Уничтожили мы ему демона тоже. Так, ну, пробьем, интересно, или нет? Как думаете? Они там мне сейчас точно ворота пробьют. Это как пить дать. Я в этом нисколечко не сомневался, что так и будет. Эй-эй-эй-эй. Коник, ты далеко собрался-то? Так, погнали. Пока он тут будет дурачка из себя строить, мы, ребят, пойдем на ивонную базу. Сейчас демона только вызовем. И погнали. А он толстяка, смотри, вызывает. Ну, мы, естественно, будем толстяка-то здесь с вами спамить. Так, погнали, еще ядро, ребят, запуливаем. И еще один демон у меня готов. Надо его отправлять. Подожди-ка, давай вот так, наверное, мага здесь вызовем. Потом... Тихо ты, куда пошел, толстяк? Давай, конник, бомби его. Так, хорошо. Выпускаем, ребят, ядро. Выпускаем ядро. И, наверное, будем сейчас уже демона с вами призывать. Потому что у меня уже ячейки все забиты. Поехали. Есть! Наконец-то, блин! Сколько пришлось... потрудиться, чтобы заработать, ребята, этот сундук четвертый. Но, по-моему, нам ни одного золотого не дали, да, сундука? Все серебряные. Да, но зато мы звездный сундук накопили. Давайте посмотрим, что нам выпадет. Так, монетки, мечники, толстяки, пушечное ядро, гном и шаман. Отлично. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте, наверное, мы с вами будем закругляться. Я сейчас только вот апну. Угу, апнул аж 20 раз. Ладно, подкопим денег и апнем. Ну, а с вами мы увидимся уже в следующей серии. Так что всем пока, всем удачи и до новых, ребята, скорых видосиков.